У нас сьогодні в студії головний тренер МБК «Миколаїв» Віталій Черній. Вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Ну, настроєння хороше. З одної сторони, сонячне утро, все великолепно. Ну, а судя по тому, що ми закінчили чемпіонат, це так, раненько, можна так сказати, це плохо. А як взагалі налаштовані спортсмени? Ну, є щось таке, що змушує все ж таки їх продовжувати далі і підіймати свої сили на новий рівень? Ну, для спортсменів нету як такового відпочинку. Закінчується чемпіонат, він вже на наступний день вже підготовка к следующему году і следующему сезону. Поэтому у нас процес такой непрерывный, можно сказать, потому что век спортсмена очень короток, поэтому нужно цепляться за каждый день, за каждую тренировку, за каждую игру. Поэтому чемпионат закончился, может быть, там выдохнуть там день-два, и уже нужно работать дальше. Нещодавно проскочила информация, что вы все ж таки еще залишаєтесь так у нас в Миколаєві на посаді головного тренера, да, так? Ще на наступний сезон. Это так, да. А як вам взагалі наша команда? Як з нею співпрацювати? Ну, мне очень понравилось, как игроки, как руководство, и особенно болельщики. Николаевские болельщики, я считаю, это самые лучшие болельщики в Украине, наверное, так. О! Потому что, да, это действительно это так, и каждый тренер, каждая команда это подчеркивает, потому что тяжело играть с поддержкой, та, которая происходит здесь, в Николаеве. Болельщики разбираются, болельщики вдохновляют команду, нашу команду. Поэтому я бы очень был рад работать здесь и продолжение своей работы также. Ну, а чи с каждым спортсменом вы нашли одразу спільну мову? Чи были какие-то все ж таки невеликі, але проблемы? Нет, я не могу сказать, что проблемы были. Сам процесс подготовки, сам процесс работы тренера, это такое, это как работы преподавателя с учеником, да, всегда нужно находить общий язык, всегда нужно найти сильные и слабые стороны игроков. Точно так же игроки ищут эти сильные и слабые стороны у тренера. Но ввиду того, то что... То вони вас ще випробовували, чи ні? Ну, я думаю, что каждый игрок щупает тренера. Это всегда так было, да. Но я думаю, так как мы прошли сезон, мы нашли общий язык. Нашли общий язык с каждым игроком и в команде в целом. Давайте поговорим про минулий матч, там, где все ж таки наша команда отримала поразку, так? Хоча, в принципе, первая половина матча, насколько я понимаю, пройшла довольно жваво, и наша команда навіть вела. Да, было. Ну, во-первых, вот это противостояние с Киевбаскетом у нас очень напряженное и по чемпионату, и по плей-оффу. Все решалось, конечно, в последней игре, и очень жаль, что мы не имели преимущества своей площадки. То есть решающий матч мы играли в Киеве, играли не в родных стенах. То есть я так понимаю, что это заважало все ж таки спортсменам? Ну, есть такое, конечно, есть. И даже с тем, что приехали наши болельщики, ну, правда, не вся надежда, да, была в киевском спорткомплексе «Меридиан». Но те ребята, которые приехали, они очень нас сильно поддерживали. К этой игре мы подошли не в самом сильном составе. Вы знаете, что Алексей Ануфриев в конце регулярного чемпионата получил травму и не смог сыграть в этих играх плей-офф. В процессе игры серьезную травму получил Константин Аникиенко, Илья Жуковский тоже травмирован. Но даже в этом составе ребята боролись, ребята бились, и нужно отдать должное. А в игре кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Да, нам не повезло, но я думаю, что впечатление от игры оставили неплохое, можно ну, так сказать. Ну, тем паче разница в очках между переможцем и МБК Миколаев была не дуже и велика. 10 баллов, если я не помиляюсь, так? Ну да, есть такая шутка, что очко победа, два разгром. Вот. Но 10 очков, действительно, это не такой большой отрыв в сегодняшнем баскетболе, но есть как есть. Результат не на нашей стороне, и мы закончили чемпионат. Поэтому
такое двоякое чувство осталось. Хотелось еще побороться, хотелось еще принести праздник баскетбола в Николаев, в плей-офф, полуфиналы, финал, да, как бы там ни было, но город достоин большего. Поэтому плавно, наверное, можно вот так переходить, что закончился чемпионат один, но уже идет подготовка к следующему чемпионату. То есть мы уже видим, что нам нужно. Ну, вы врахували усі недоліки і починаєте над ними якраз зараз працювати. Да, уже, то есть мы еще в процессе чемпионата уже знали, где мы можем усилиться, где нам нужна помощь. А сейчас с окончанием чемпионата мы уже более плотно начинаем работать в этом направлении. А які у вас плани на майбутній сезон, так, на майбутній чемпіонат? Чи будуть зміни якісь в команді і що взагалі очікувати вболівальникам? Ну, во-первых, я очень надеюсь на предстоящий сезон, потому что хотелось так вот, как степ-бай-степ, шажок за шажком, и ни в коем случае не опускаться вниз, стремиться к более высоким результатам. Опять же, если сравнивать с прошлым чемпионатом, команда заняла на одну ступеньку ниже, но в этом году чемпионат был очень сильный. Относительно сильные, опять же, нужно сравнивать разные чемпионаты, но каждая команда усилилась четырьмя легионерами. У нас, по большому счету, так, два легионера, номинально один. Я не считаю Алексея Дедерана легионером. Кита Майера, да, он легионер. Но если сравнить с другими командами, то мы имели одного легионера, Днепропетровск, вообще никого, только одни украинцы. Легіонер, я внесу трошки ясність для тих, хто не зовсім розуміє, про що йде мова. Легіонер – це гравець з іншої країни. Країни, так. Всі остальні мали 2-3-4 ігрока, які не являються українцями. Поэтому и они добавили вот ту силу чемпиона, которая была в этом году. Я думаю, что на майбутніх матчах все ж таки необхідно враховувати те, що не тільки ваша команда наша стає сильнішою, а те, що противники так само вони враховують і свої помилки, і власне помилки своїх суперників. Конечно, да. И поэтому мы это все предугадываем и должны знать. Поэтому и подготовка, и комплектация команды будет соответствующая. Благо, что мы надеемся, что у нас будет помощь в этом направлении. Но мы должны понимать, что покупая легионера, это не панацея от всех бед. Я очень хочу развивать наших игроков, и первая задача молодых, у нас... Молодых, как вы маете на увазі? Ну, и молодых, да, и местных игроков, да. Но готовы, и чи хочуть развиваться в власні да, нашому класі, конечно, так? Конечно. И на основании вот этого костяка украинских игроков мы будем добавлять точечно уже тех игроков, которые нам нужны на те или иные позиции, чтобы команда шла выше и занимала высокие места. А наступный матч, когда он відбудеться, где и с кем? Ну, опять же, это часть подготовки. Наверное, будет, опять же, традиционный турнир в Николаеве. Это предсезонный. Ну а дальше уже посмотрим. Сейчас все идет в стадии переговоров. Тут точную дату еще неведомо, так? Я скажу только то, что будет встреча обязательно болельщиков, подведение итогов чемпионата с нашими болельщиками. Мы должны это сделать, потому что нам нужно дать должное им за ту поддержку, которую они сделали. Они все равно хотят встречаться, и мы хотим встречаться с ними. Поэтому будем следить за нашей пресс-службой, которая даст объявление, когда это будет, но это будет в ближайшее время. Віталі, наостанок ось таке от питання. Минулого року це був просто фурор в Миколаєві, з'їхались люди абсолютно зі всієї України. У нас був матч суперзірок. Чи буде щось подібне цього року? Ну, в этом сезоне был матч звезд в городе Запорожье. Следующий сезон, я думаю, тоже будет, потому что это нравится болельщикам. Это ну, такой праздник баскетбола. Это... Когда игроки ничего не втрачают, так? Да. Когда будет никого... Я думаю, что если так произойдет, что матч звезд будет в нашем городе, я думаю, что он будет проходить на очередь. Миколаївці показали, що вони потребують якраз ось в таких заходах, і я думаю, це так само. Вільних місць взагалі не було. Ну, я вам скажу, що я був на останньому матчі «Звезд Запорожжя».
был одним из тренеров сборной Украины. И в разговоре с игроками, с тренерами, с людьми, которые занимались подготовкой к этому матчу звезд, так вот единогласно они сказали, что матч в Николаеве, матч звезд, который проходил в городе Николаев, был за гранью. Всем понравилось. Да, и атмосфера, понравилось. И антураж, и все, что происходило на площадке, за площадкой. Все було дуже на високому рівні. Тому, звісно, для миколаївців це насправді було дійсно, ну, я б сказала, таке спортивне свято. Це дійсно було свято, так. Віталій, дякуємо, що завітали до нас. Шановні друзі, нагадаю, що сьогодні з нами був головний тренер МБК Миколаїв Віталій Черній. Дякуємо, бажаємо вам успіхів з нашою командою. Сподіваємось, що наша команда покаже кращий результат цього сезону, ще кращий. Успіхів. Дякую. До побачення. Ми про це будемо обов'язково дізнаватися і розповідати вам, наші слухачі та глядачі.